Транспортировка нового оборудования для Саяно-Шушенской ГЭС по воде завершена. Последняя в этом году партия крупногабаритных узлов прибыла накануне на Майнскую ГЭС. По комплектации она не отличается от первой, причалившей в начале августа. На площадке Майнской ГЭС уже завершилась разгрузка. Сейчас груз перевозят автотранспортом на Саяно-Шушенскую ГЭС. Напомним, уникальная операция по перевозке тяжеловесного оборудования для восстановления ГЭС началась в июле. По морским и речным путям из Санкт-Петербурга груз доставили до Майнской ГЭС. Там для принятия крупногабаритного оборудования было сооружено специальное подъемное устройство «Шевр». С его помощью многотонные рабочие колеса и другие механизмы перегрузили с баржи на автомобильные тралы и доставили на станцию. Несмотря на всю сложность операции, транспортировка прошла успешно. Следующие партии будут перевозить уже в будущем году в период летней навигации. А уже сейчас на станции ведется сборка первого агрегата. Его запуск запланирован на 30 декабря.